Среди индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в Азербайджане, 22% – это женщины, и данный показатель растет. Об этом на мероприятии «Лига женщин-предпринимателей» сказал председатель правления агентства по развитию малого и среднего бизнеса Орхан Мамедов. По его словам, развитие женского предпринимательства в Азербайджане находится в приоритете. С самого начала поддержка женщин-предпринимателей была определена в качестве приоритетного направления нашей деятельности. Особое внимание уделяется повышению квалификации, уровня знаний и навыков. В прошедшем году из общего числа участников, побывавших на наших просветительских мероприятиях, 32% составили женщины. Таким образом, порядка 2500 женщин-предпринимателей приняли участие в 64 тренингах и семинарах по различным темам, организованным нашим агентством. Замминистра экономики Азербайджана Севинч Касанова, в свою очередь, отметила, что женщины принимают активное участие в государственной деятельности. В Азербайджане реализуются последовательные системные реформы в социально-экономической сфере. Они отвечают современным вызовам. И женщины активно участвуют в этом процессе. Осуществляя стратегию, будущее развития Азербайджана зависит от развития предпринимательства. Женское предпринимательство имеет большой потенциал в стране. Его развитие имеет важное значение, как с точки зрения развития бизнес-среды, так и установления гендерного равенства в обществе. Отметим, что мероприятие было приурочено к 8 марта, Международному женскому дню. Медина Гурбанова, Элькин Мехтиев, CBC.